В учении задействованы около 500 человек из числа сотрудников Федеральной службы безопасности, пограничников, МВД, МЧС, воинской части Благовещенского военного гарнизона. Проведение этого учения штабом было запланировано еще год назад на объектах государственной власти и проводится оно впервые. С помощью установленной на видеокамеры производим воздушное наблюдение за подстилающей поверхностью земли. И все, что происходит снизу, выводится на монитор. Это видно корректировщику огня, который передает данные, полученные с борта шестикоптера, заинтересованным лицам службы.